центре Ничанга. Отель у нас с 2014 года функционирует. Посмотрим ресепшн. Ну, ресепшн очень маленькая, такая небольшая, но аккуратная. И спа, есть бассейн здесь, а кидс-клаб. Депозит паспорты. Ага. А отель не имеет своего пляжа, но есть бесплатные пляжные полотенца. Так, ребят, зона бассейна 16 этаж. Вид на город, здесь спа. Ну, зонтик лежаков не так много, но есть. Все, внизу у нас. Мы с вами спускаемся. Здесь у нас зона спа. Посмотрели мы Голливуд отель. Очень милый, симпатичный отельчик. Если вы поднимаетесь на 15 этаж, то вот он на лестнице, как бы на 16. Очень я осталась довольна. Сейчас одну секунду соображу, куда мне поехать. Сейчас мы находимся в лифте. Очень симпатичный именно вариант. Находится в самом центре. Есть минимальная инфраструктура в отеле. Все остальное за пределами Ничанга. Очень хвалю этот вариант. Единственное, что в категории стандарт нет аква. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефонам, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.